the following in mind. Shoot, loot, and time to scoop. Наушников нема. Блять, пупочку не поменял. Охуеть. Ладно, это было очень похоже на бота, но он просто залез какую-то залупу и за секунду меня сбрил. Ни разу в голову не попав. Да, походу закончилась халява. А, 12 метров, нихуя себе. Там мы такие, чтоб не делать вот так. А это 35 тысяч, да. Но это уже перевод. Ой, твоя попочка вообще возбуждает. 63 тысячи, не считая Ксюхи и магазина. Вот сюда пролетел снаряд. А, ну это может по тебе, но он просто клоун. Ведь еще бетонка... По мне? Я в будинку был. Да так ему он, похуй. Ему по... блять. Бетонка еще цемента вырыгала в пакетике. А в чем разница? У меня тут тупи-ступи. Не единичная. Ой, ебать. Да забери. Так, где? А где? В этой половине, во второй. Бегу. Как будто заходит кто-то. Бля, пацаны. Окна разбиты. Да, 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 трое. Фул в третьем. Иду. Да, показывает на ту сторону. Тебе надо стрелу кинуть на парковку как-то через окна. Или они уже... Меня тут расчитывает. Блять! Да якого хуя він не цей? Пиздец. Там ще чели біжуть. А, он уже ближе пробежал. Вот тут. На. И блин, с той стороны заходит. Блять, ебать, я тут зараз. Это блядь, не высовывайся, что ли, раз. Отхалди, если что, назад. Не спешите никуда. Гранату заряжает. Да, отхалди назад. Блять. Ну вот я назад и намагався видеть. Треба було сидіти там в куту. Де і сидів я. Блять, но... моментально сбрил. У меня начал. Он на крыше был и съебался. У меня. Блять. Он меня уебашил с дробовика. Он прям тут рядом. Ого. Майндгейм пошел. Блять, у него четвертые приколы. Сейчас чел резать не умеет. Этого уебал клоуна. Это мой же. И что за... Блять, ослепили.
межу посмотрю. Кого-то пытаюсь ослепить, жму хуйню. Да, близко к хакерша. Тоже тут где-то слева. Наверх? Наверх, походу. Да, определенно наверх. Алло, блядь! А вон она, блядь, через хуйню смотрит. А где? Внутри, походу. He's on the house, he's on the house, outside. А, outside. Убил. Орлик, блять. Ебать, он на картонах тут бродил. На картонах бродил, он его, блять. Зеленая, при этом фиолетовая хуйня. А патроны что, тоже зеленые? Ебать, у него дигл какой-то сумасшедший. Ну, давай сюда зеленые патроны. Ремка заелась. А что за дробовик? Ну, М80 чего-то там. А, блядь. Это ружье охотничье. Ружье. Нокнул одного еще. Под забором. Второй куда-то внутрь уходил. Нахинусь. Где-то внутри, как будто. Сейчас внутри, да. Он откинул оттуда что-то. Труп тут лежит. Поднял. Блять, да, извини. Нокнул. Где-то внутри топает, сейчас флешку кину. Да, блять, он опять его... О, умер. Я готов. Блять. Меня жрет. Убил. Меня съел, гадость. Еще, блять, с дробовиком, вы чё, блять? Китайцы, они здесь. Китайцы, они здесь. Ты на этот ёбаный. Нуп. Ну вы, блядь, и странные. Спасибо, чело, что поддержал камеру. Я увидел, куда я иду. Сколько? Да. Даже не миллион. И плюпень. Бронза 3. Не говори так. Почему чела с дробовиком звали плюпень? Потому что дробовик — это призвание. Целых 200 тысяч налутал. 200 тысяч. Что-то глянули. Конечно, смешно, ничего, с пулемета босса и фиолетовыми патронами, блядь. Пулемет? Он, наверное, бежал и по нему сзади, как МГ, и он думал. Не знаю, о чем он думал. День Д, ёпта. Он не думал. Тут никого не надо детектить. Пошли. Бам. Забирает. Он за дверью. Я понял. Надо накидывать же. Накидывай, накидывай туда. Я только хакер уж поднял.
Двоих, да. Блять, ну этого уже не покажут. Что-то. Нокнул. Блять, ну тут пиздец. Давайте я потанчу вот эти таблетки. Тем временем от бока. Да его отсюда видно. Все, это всё? Двое было. А что за кубик? Ну, с квеста дрочильного. С лутом. Лутбокс. А-а-а, кубик. Ну я могу взять. Я могу взять. Заберите, тут еще топливо есть, 1040 стоит примерно. Что ты, НБК, ты вообще где? Алло, алло? НБК? Ладно, выйду, пожалуй. А он все. Алло. А, так ему пизда.